Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi 14. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим энергосбережения. Итак, для этого мы свайпаем вниз и ищем здесь режим энергосбережения. Он выглядит таким образом. Нажимаем на него и можем его включать и выключать. Если зажмем на нем пальчик, то можем перейти в настройки экономии энергии. И здесь мы можем, например, включить отключение экрана при получении уведомлений, либо отключить получение, в общем, либо отключить данную функцию. Можем отключать активный экран, можем отключать автоматический режим, если уровень заряда равен более 50%, равен или более 50%. Также можем настроить расписание. Вот здесь мы можем выбрать время начала, время окончания. Можем также настроить ультраэкономию энергии, также если уровень заряда равен 50%, либо батарея была полностью заряжена. Режим ультраэкономии у нас также здесь есть. Давайте нажмем «Изменить». И вот здесь вот есть режим ультраэкономии энергии. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.